своем канале. Сегодняшнее видео сейчас, надеюсь, кому-то будет полезно, кто-то сделает выводы, кто-то, ну, посмотрит, не сделает, что-то может добавить. Пишите в комментариях, подписывайтесь, хорошо, плохо, ставьте отметки. В общем, смотрите, видео будет о косилках Верекс, а вернее о поломках, что у нас сломалось. Вот этот Верекс у нас, я его покупал зимой, он первый сезон, первая в нем проблема была, это прокручивается вот этот палец, тянули мы его, так он и прокручивается, придется его прихватить. Ну, это все мелочи. Почему видео снимаю? Потому что она у нас сломалась. То есть у нас сегодня 20 сентября 2020 года. И сломалась у нас эта косилка. Сломалась у нас эта косилка. Что сломалось? Сломалась вот такая вот. Сперва оторвала эту кастрюлю, я называю. Я ее приварил. И все равно стала рвать. Выгибать ее. То есть вот сейчас попробую снять. Вот оторвала болт. То есть проблема вот в этой кастрюле. Она начинает бегать и разбивать вот эти вот места. Я его взял, он приварил здесь к тарелке, но это ничего не помогло. Так, самая частая поломка это у нас, сейчас покажу здесь еще. А вот он. То есть при встрече с препятствиями отрывает вот эту вот бобушку ножа. То есть мы уже переваривали их, держателей ножа новый покупал. Вот, то есть происходит вот так вот удар, это большой камень попался и отрывает, и ножик улетает. Ну, возможно, что вот эта вот кастрюля у нас произошло вот из-за этого. То есть выработка, поменяли подшипники, но ничего это не дало, это из-за того, что выработка на валу. Вал я маленько сварочником наварил. И, ну, поставили подшипники, то есть оно держалось ровно один день покоса, потом все то же самое стало. Я уже, наверное, говорил, что вал поменяю и все. Ладно, это как бы можно подумать, что это единичный случай, что это у нас какие-то препятствия, и вот этот вот банку оторвало. Ну, нет. У нас две косилки. То есть мне, я хотел замотать Атаву в Синаж. И у нас две косилки. Одна Верекса, одна 85, метр 85, другая метр 65. Цепил я метр 65, стал косить. Накосили Атаву, замотали. Сейчас вроде бабе лето. И хотим еще по... Вот, метр 65 у нас. 80-ка. Ну, вот эту поломку все знают. То есть ее уже здесь усиливали. Так, больше никаких поломок не было. Опять же, вот. Видно, наверное. Этот. И вот смотрим здесь, что произошло. Вот так это выглядит. Косил Атаву, Атава чистая, ничего, никаких препятствий не было. То ли подшипник, но не знаю. Сейчас разберу, посмотрим. И вот так вот ее сорвало. И она так загнулась. Вот. Проблема сейчас как раз будем разбирать. И поменяем верхнюю тарелку. Верхнюю тарелку я брал в запас. То есть она у меня есть. И ремни я заказал. Как раз сейчас пришла смс о том, что запчасти пришли уже. Вот эта кастрюля пришла. Держатели ножей. И
как раз сейчас завтра займемся и этой косилкой. Ну и, наверное, во второй части покажу, как мы это дело все поменяем. Кстати, на 1,65 м наш так эти подшипники не болтаются. Ну все, вроде бы такое вот коротенькое видео. Кому будет оно полезно, пишите, комментируйте. Да, вот эти вот кастрюли, ну я там напишу, как они правильно называются. Фокус в том, что они крепятся только снизу, вот эти вот 4 болта их прижимают как бы к тарелкам. Не знаю, почему ее так разбило, возможно из-за подшипника, возможно фиг узнает, не из-за подшипника. Ну вроде так, я не вижу, что там наступится подшипник, что-то с ним произошло. Ну ладно, разберем, увидим. Комментируйте, наверное, вторую часть сниму, как это все разберем и покажем все внутренности, как они там устроены, как это дело будет происходить у нас. Ладно, все тогда.